Еще одна очень интересная моделька ножа Кёрши. Так сказать, модель постарше, она уже немножко побольше, поудобнее. Вот. У нее есть уже такая полноценная рукоятка. Вот. Лезвие примерно такое же, вот, как вот у этой модели. Чуть-чуть оно больше. Вот-вот-вот, видите, да? Чуть-чуть больше. Для тех, кому, так сказать, функционал от ножа нужен побольше, поудобнее. То есть, вот. У него тоже вот открывание получается, ну, как отвертку. Вот это место можно использовать. И вот открывашка, вот у него вот такого типа сделана. Вот, вскрывать бутылки. Так, еще одна модель. Уже прям вот похожа на большой полноценный нож. Вот такой вот ножик Кёрши. Красивый у него дизайн. Такой милитари. Прорезиненные вот эти вот вставки. Крепление тоже на... в джинсы там, да, или это, клипсы, короче. Вот также открывается. Открывание у нее немножко другом происходит. Таким вот образом. Быстро только это надо сделать. Вот так вот. Вот такой наш открыт. Здесь у него нету для отвертки. Как отвертку нельзя здесь использовать его. То есть переноска только на клипсе.